Здарова, дружище! Сегодня мы посмотрим с тобой Валеру. Вот, чтобы не выходили только видео по лиминальным пространствам, а то ты будешь негодовать. Ну и плюс, Валера вышел, новый видос, ну наконец-то. Валера, родненький, что ты так редко делаешь видео? Так, всем пау. Сегодня мы разберемся, стоит ли быть пауком. Пауки бывают трех видов. Полезные, бесполезные и ненужные. В смысле? Гарфилд хороший паук. Поэтому поехали, посмотрим, как быть пауком. Какой я милый. Какой милый. Паук Богдан, здравствуйте. Что это такое? Удерживай тику, чтобы танцевать. Ты хочешь, чтобы я с тобой потанцевал? Как мило. Опа. Да постой, нормально же. Блин, как мило. Стоит ли в эту игру поиграть? Было что-то. А зачем? Зачем вот такой классный паук? Вау. Дед Танос. А куда ты меня ведешь, разноцветная жопа? Паучья тренировка. Лаба. Блин, какая прикольная игра, ё-моё. Всё нормально, я держусь. Что там у нас дальше? Офигеть. Куда? Теперь наведите прицел на вторую. Что? А. Вау. Понял. А хотите, я вам тут ловец снов сплету, чтобы вам сны хорошие снились? Ля какой. Блин, какая прикольная игруха, слушай. И с помощью него я такой сон классный поймал. Мне, короче, приснилось. Ты был полководцем огромной армии викингов. Я тоже делал по этой игре рекламу. Но у меня вышло супер кринжово. Но мне понравилось. Это была лучшая реклама на планете. Чем это все? Ага. Ну, паук я, да. Ну, наплел я тут хуй. Вот я тебя и нашел, модник. Мы типа будем тут романы плести наш. Что? Кто там? Что это такое? Человек? Да не подходи, дурак. А, ну я так и знал. Ебать! Запоминаем гайд, как склеить курицу. Pick up chicks, it's my profession. Смотрите, на кого решила напасть. На самого быстрого плетуна на Диком Западе. Не пытайся никого укусить, слышишь? Нет, она похитила моего друга, пока я ее пытался заклеить. А, у меня лазер был? Допустим, если вот это, лазер? Это логично. Да вот это что такое? Но мне нравится, в принципе, почему нет? Почему бы и нет? Это, наверное, если есть человек-паук, которого укусил паук, то это паук, которого укусил человека, он каким-то хуем начал стрелять паутиной. Привет, подруга! В смысле, подруга? Я все видел, мне очень жаль. Эта огромная зующая птица уже долгий год держит в страхе весь лес под небесным шалашом. Шалашник коллекционирует синие камушки. А твой возлюбленный как раз ослепительно синий. А, это возлюбленный. Все-таки подруга, да? Еще я возлюбленный синий. А приходи-ка к моему старому гнезду, у меня есть идея. Ты живешь в сладкой вате? Этот молоток Шрека выглядит не очень впечатляюще, но когда-то он был моим домом. Чё? Муравьи пришли ко мне со смелой идеей превратить его в воздушный корабль для обороны от врагов. Ага. Блин, я ещё... как интересно, насекомые войны, ё-моё. Не согласился, но может быть сейчас нам как раз и нужен такой смелый план. Ага. Если ты подсобишь им с постройки корабля, ага, то сможешь попасть в небесный шалаш и спасти своего парня. Ага. Только тебе, конечно же, понадобится топливо. Ага. Я бы обратился к этим навозным жукам с холма. Ага. Каждому путешественнику нужен проводник. Ага. Пчела вот как раз подойдет. Лучше, чем пчелы, небо никто не... Ага. Слушай, ты напрягаешь, малёк. Ага. Иди, мой дружочек, нахуй. Найди друзей и спаси своего любимого. Жесть, загрузили. А, что же делать? Тут целая карта с квестами. Попросить помощи муравью. Подружиться с проводником. Слушай, мужик, не обессудь. Мне по квесту надо. Добавь у меня квест. Я паук. Так как это вселенная Марвел, сначала пойдем к человеку-муравью. Паук-паук, паук-паук. Он обычный паук-паук. Он не человек, он паук. Привет, муравей. Welcome, comrade spider. Ну, конечно, конечно. Муравьи-коммунисты. Не, ну, speak with еще? Comrade Carol in Mechmoor Factory. She told you what you gonna do. Ага. Так. Не нравитесь вы мне, короче, ребята. Спасибо for coming, we happy. Поверь, так будет лучше. Потом доем. Что это такое? Что происходит? Какой милый паук. Не получи это дело. Так страшно падать каждый раз, а вдруг там какие-то штыри. Здравствуй, товарищ. Тебя отправил сюда с поверхности товарищ Марк. Я парня ищу. У нас вообще-то здесь гора работы, ну...
Валера ищет парня. Нужно залатать трубы, обработать жвалы в кузне, подпитку включить, подключить топливо, доставить ноги, сделать сбор, заправить двигатели. А почему у меня столько обязанностей? Товарищ, чего ты ждешь? Это взрослая жизнь, привыкай. За работу! Да я вообще просто посмотреть зашел. Так, конкретно, что мне делать? Муравью ног приделать. В количестве 3 штуки. А почему я должен все это собирать вам? Я вам что? Интересные Эйнштейн? Такие муравьи. Такие головоломки решать. Давай, чуть-чуть. Yes. Yeah. Какой с этого смысл? Так, это у нас что, кусок ноги? Пойдем. Любые виды высотных работ. Звоните, крановщик Богдан. Богдан. Почему я это делаю? Получилось. Поднимаем, ребята, сюда, сюда. Еще чуть-чуть, ближе. Затягиваем ее. Давай, давай, тяни. Мне кажется, должны быть способы сделать это проще, нет? Все за вас. Вставляйся, ну, ну. Еще, еще. С вас 100 тысяч мух. Наличкой. Вот чужие шланги еще между собой я не закреплял. Ну-ка, тянись. Ну так парня же ищешь. Сюда. Я укрытый шлангами шлангу. Иметь отношение я к твоему. Я вас сейчас сошью вместе, слышите? Стоять на месте. Ненавижу вас. К жопе тебя прилеплю. Ля, идет такой. Ты туда же, слышишь? Наказаны. Давай, 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 давай. Тупо пришел такой челик. Помоги нам. Помогу. Иначе все ломать. Нечеловеческие звуки. Ну, мне так нравится, как он руками махает. Грузчик Богдан. Мне что, кто-то в хату вошел? Там был мужик. Я его победил. В честном бою. В камень, ножницы, бумага. Здесь. Так, это последняя нога. За стройку отвечает Богдан. Сука, муравей, я ж для вас стараюсь. Это же вам надо. Саботёр. Все, блядь, там и сиди. Вот дебила кусок. Так, с ногами закончено. У него еще рта нет, правда. Будет обсасывать врагов. Да-да-да-да, без зубов. Команда Мстителей. Здесь есть паук и муравей. Где Тони Срарк? Здорово! Вазап! Где жвалы обрабатывать? Добрый день, товарищ. Температура уже подходящая. Одолжишь нам немного паутины, чтобы отправить жвалы в кузнечный горн? А, это его потерянный рот. Это горн. На вот этой штуке. Могли бы объяснить паучьи, человечьи паучьи? Я сейчас тебя отправлю в горн. Одолжить он мою паутину захотел. Валера увидел своего друга, перевозбудился и начал пускать много паутины. Ха-ха-ха-ха-ха. Смешно. До свидос. Подъемники для слаб... Охуенная помощь, спасибо, брат. Боков, я игнорирую лифты. Все, ваш рот подвергается термической обработке. До свидания. Прям в Табаско его туда. А ты как выжил? Дантист Богдан вам богом дан. Немного кам и рот well done. Эй, прекрасно, товарищ. Я товарищ. А что у него шишка дымится? Давайте ее свяжем, успокоим. Что вы ему в зад засунули? Это ненормально вообще. Успокойте его. Отряд выдвигается. Ей. Куда? На Берлин? Я с вами. Какая красота, товарищ паучок. За хорошую службу мы производим тебя в почетные члены инженерного корпуса. Вот, казалось бы, девушка, а уже член. Я стал инженером. Теперь нужно добыть топливо. Это нужно идти к божьим коровкам. А это кто? Ух ты, не видела здесь маленьких пауков. Я маленький паук. Чё надо? Мои детеныши испугались, когда прилетел огромный птиц. Пожалуйста, приведи их ко мне, если найдёшь. Сколько? 40 детей? Ты чё, ненормальный? Террорист-осеменитель. Я тебя обезврежу, чтобы больше не плодил потомство. Ну ничего, если бы у меня было 40 братьев, я бы тоже, наверное, повесился, как ты. А, их просто надо поймать. Съел. А, не, вон он на мне присосался. Я уже выгляжу, как будто я какой-то детсад передвижной. Что это такое? И он только что ударил всех детей об землю. Это муха? Хищница, перед тобой король мух. Твои клыки слишком малы, чтобы съесть меня. Стоп, а пауки чё, мух едят? Ты что, не съела ни одной мухи? Пожалуй, я был к тебе слишком строг. Иди с миром, паучок, и не поддавайся искушению. Веган-паук, я мух не ем. До этого времени, ты огромная, жирная, вкусная муха! Так что ж ты такая неуловимая? Другое дело. Теперь я попаду.
Да что ж ты будешь делать, серьезно? Ладно, живи. Так, тебе нужно топ. Блин, это что за... А, как эндермен уворачивается от стрел, точно. Хороший навоз подойдет. Вот муха. Она же навозная, правильно? Давай, отвечай, где каки спрятала. Показывай, где навоз. Пошли, давай, за навозом, лети! Где навоз? Это говно? Какой-то камень. По-моему, спать здесь хочется. Как раз-таки навоз ночью и будет. Мне. Чую, уже пахнет. Самое время посмотреть Валеру. Паук Богдан. Богдан любит какиш. Воу! А дальше куда? Паук Богдан, ну, который веди меня. Ищет... Где говно? Я устал идти! А, на самом высокой горе какая-то какулка лежит просто, я туда и бегу. Вау, это что, жаба? Или это кузнечик? Добро пожаловать в Навозоград. О, Богдан любит данное поселение. Свежий навоз, лучший навоз. Дайте говна тогда, что вы болтаете. Дайте навернуть говна. Толкание огромного навозного шарика — одно из лучших упражнений. Где говно? Свежий навоз, лучший навоз. Целуйтесь. Привет, паучок. Ты знаешь, что такое навоз? Ху, расскажи. Он вкусный, питательный и отлично горит. А, его еще и поджигать можно? Я не знал, кстати. Да, точнее, его еще и есть можно. Тебе повезло, у нас есть друзья, которые могут поделиться с тобой навозом. Почему-то такое ощущение, что я в Питер приехал просто. Друзья какие-то появились, которые хотят навозом поделиться. Только... Я не понял этой шутки, мы в Питере навозом никто не кормил. Расскажите, товарищи питерчане, пожалуйста, что за мем с Питером и навозом? Не здесь. Ну, конечно, нельзя. Жуки в погонах прилетят и скажут, что там навоз питательный кушаем. Но сначала помоги ты, нам нужно перебраться через эти лужи, а я когда-то сломал крыло. Ни слова больше, Богдан стал официально инженером. Сейчас я вам такой The Bridge построю. Все, иди. Отличный мост. Смотри, смотри, оп, оп, ну чё, класс? Блин, а как они иди, прикольно ничего, идут. Ничего нет, куда? А ж хуй ты сначала собрался, иди, дурак! Просто встань здесь и подожди. Такой тупой, у него уже навоз в башке. Это бревно я забираю, оно конфискуется. Так, я сказал, конфискую одно бревно, чё за... Ой, наверное, там так бесяче пытаться поднять эту вещь, нет, когда она все, застряла. Уходим, мы уходим, дорогая. Я сам себя склеил. Давай, 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 давай. Как же это тяжело там, я просто не могу! Быстрее было бы перетянуть просто этого сраного дебила. Как это поднять? Кстати, а это невозможно случайно? Чё я тут хуй наплёл опять? Давай, 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 лети отсюда! А есть! Нет, не падай! Нет, нет, нет! Да куда ты? Так, все, идеально. Должен проходить. Здесь вообще кайф. Все, топай. Ох, что-то у нас не задалось. Потому что ты тупой. Давай, пожалуйста, перейди. А нельзя его иди просто дальше. Застрелять паутиной? Иди дальше. Или у него может взгляд? Может, ты его перенесешь на себе, слышишь? Да, 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 да. Все, никаких мостов. А куда вы? Отпусти его. Отпусти. Не в ту сторону нам кончены. Ты куда полетел? Тактика была огонь. Ты сможешь. Давай, я в тебя верю. Давай. А yes. Не падай. Давай, давай, ползи. Давай, вытягивайся. Вот так. Паучок, большое тебе спасибо. Скажи им, что ты от Венди и Майкла. Венди жук навозный. Добираемся до вершины. Сука. Нахуй иди. Ты, между прочим, меня там ищешь по сюжету. Быстро, экстремально. По паучье. Жесть, это скорость. Прям по мухам вообще лечу. Убер-муха такси. Это что за вход в говноцарство? Привет, ты, наверное, Богдан. Люблю какиш. У нас как раз накопилось достаточно. Но наша сынка-корзинка лентяй отказывается влезать из навозного шарика. Тут так тепло, почему я должен сюда уходить? Потому что теперь это мое говно. Паучок, забирай какахи, если сумеешь убедить нашего сынка вылезти и посмотреть мир. Давай, вперед! Так, все нормально, я держусь. Ау. Это какой-то говнистый Индиана Джонс получается. Я не умру под кучей говна. Главное не потерять его. И себя. Что-то низко летит, я так дождю. Ну что, покатался? Хм. Что за... Меня что, серьезно только что выгнали из дома? Поверь, в жизни примерно как в своем доме. Нормально, нормально, блин, мне понравилось.
очень прикольная, милая игра. Кайф. Народу в комментах тоже доставляет. Я надеюсь, что тебе понравилось. Как бы видео, как и то, что он собирается найти в этой игре, замечательный кусок. Ну вот. А, нет, хорошее видео. Мне понравилось. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Валера наконец-то нашел свой любимый навоз. Надеюсь, он найдет себе парня в результате. Вот, хотя я вроде бы здесь, но он меня игнорирует. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал. Пока. До скорого. Удачи.